сегодня будем сажать тис. Вот такой вот у нас саженец, сантиметров 15. Это тис ягодный в IT, если не ошибаюсь, написано. Потом тис ягодный Давид. Вот он такой с салатовой хвоей. И тис ягодный Пастигиата. Вот такой саженец. Подготовили 3 посадочных ямы. Расстояние между ямами 70 сантиметров. Он, как по идее, разрастается в ширину в 10-летнем возрасте 70-80 сантиметров. Сейчас будем сажать. Тис не очень любит кислые почвы. Добавим компоста в ямы. И будем сажать. Вот такая вот почва получилась для нашего тиса. Песка добавил еще. Вот. Посадим и полью еще корнеобразователем, чтобы он лучше укоренился и хорошо корни пустил. Вот поклал такую палку, чтобы в уровень земли, чтобы не заглубить его, чтобы так вот он как рос, так и рос. Сейчас будем засыпать его. Вот такие вот корешочки у него. Вот так посадили наш тис. Чуть-чуть замульчировали. Расстояние между ними 70 сантиметров. Вот, будем наблюдать, как он растет. Плохо только, что он медленно растет. Вот такая у нас будет живая изгородь. А дальше туи.